Земля. Классно. Сленкири. Друзья, Сленкири по итогу будет у тундры. Решает они сделать. Тем более, только дальше начнет появляться уровень. Но пока что никто никого не хлопает. Бросается граната после мультишота. 33-й. Дэдшот нажимается, но падает Сакса. 33-й тоже вполне может умереть. Если Юраги достанет еще раз, и последний остается тычка. Но там ставится ветка владельца. Когда он находится вблизи. Да-да-да, я забыл про это. Думаю, что за магия? Что за странная черная магия? Хотя он сейчас опять умрет, да? Ну да, но остается во френде, да. Ты, конечно, появляешься постоянно тут, но... Он добьет его. Что, Порш? Похоже, добьет его, суть. А он, похоже, его добьет. Начинает было пупи. Ну, маэстро, 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 давай, барабер, тычка. Обалдеть, пупеха. Можно так постараться, я не знаю. Ухать, наверное, без устали лет 10. 33 забирает здесь, да, у нас? Да, забирает его. Заходит в спину Сакси, Сакса подставляется, на него есть декрепифай, Сакса пока впитывает. Ну, 33-го, там в спину приходит зайчик. Здорово, говорит всем, и пошел. Тут влетает, Мидван на Заяц, друзья, битва за мудрость идет. Заяц, скорее всего, и не выиграет. Дэдшот или успел? Ну хорошо. Хорошо, опа, на боте файт полетел. Магнетайз работает, блэкхоу неплохое, бума очень неплохой, друзья. Шада будет постараться добить, без каких-то суперед. Нужно магнетайз обновлять, не получается. Он получает рор в ответ и минус безем. В итоге один в один. Шад там переживает, это яростное нападение через блэкхоу в том числе. Приходит Юраги, активирует мультишот. Гаст, неплохо. Надо Мидвана добить, шарды, но Юраги в дедшоте отступает. Сноубол, Заяц далековато умирает. Заяц, Сакса в ультимейте активно сражается. Буму, хотя Буму очень больно. Приходит Пупи, активируется Мека. Hands of God он же свой уже давал. Сакса пытается до конца пойти, но не получится. И также Упей забирает Мидвана, знаете? Ну вот могли бы, но не пошли. Да, кстати, что интересно, у нас Пупей выходит еще в Холи Локи. Ну, то и тоже усиление регена от него идет. Сакс принимает, Варлас Панч по нему заряжает. И тут Саксы справляются легко. Короче, Нави нужно вот вниз сейчас идти. Первый скилл и третий, первый скилл и третий, первый скилл, первый скилл! Как я устал проигрывать, слушай, то доту, то в КС. Я уже не могу, хочешь что-нибудь другое поиграть? Так, пойди поиграй, в чем проблема? А сейчас Steam, короче, пока пополнишь, лишь из это содрут, пока найдешь нормальный сервис, короче, это очень все геморно. В каком смысле трудно? Есть же купикод. А что это такое? Купикод — это платформа для покупки и пополнения игр с самой низкой комиссией на рынке. Там можно пополнить кошелек Steam, внести игровую валюту в любую твою любимую игру. И все это за пару кликов без заморочек. А пополнение придет в ближайшие пару минут. Ну а если вдруг ты хочешь поиграть в игру, которая недоступна в России, то на такой случай купикод есть раздел «Гифт, недоступный в РФ». Пополнили аккаунт уже более 9 миллионов человек. А если вдруг у вас какие-то проблемы, то всегда работает поддержка 24 на 7. Это все безопасно для вашего аккаунта. Все, что нужно сделать, это ввести ваш логин, сумму и промокод DotaBurger, который вам позволит сэкономить минус 2% при комиссии пополнения, а игру с гифтом целых на 10%. Нажимаем платить, оплачиваем удобным для вас способом и кайфуем. Вот и BZM. Тут шат далеко с другой стороны. Сейчас может быть драка, рор, полетели на зайца. Зоу, как быстро его забирают. Да, минус заяц, BZM прыгает неудачно. Пока что какая-то какие-то странные, не очень уверенные действия от Нави. Будто бы BZM Vortex. Там Light Drain по нему выкачивает. Концов год активируется, выживает. Блэк. О! Бум! Что ты делаешь? Бум! Вот это маэстро! Теперь два. То есть мышка у Ниши в левой руке, да? Спасибо, уржанцы. Вот, это интересно, слушайте. А тут, так, рор нажимается. Здесь шат, ГДС прыгает на Юраге. Ой, как же больно, Юраге там умирает. Бум, друзья, и краснеет сильно Нави. Минус Заяц, минус БСМ, минус Бум и минус Юраге. Сейчас, по идее, будет еще раз. Минус 4 делается тундрой. За первую поддержку на сегодня. Юр, спасибо огромное.
А у нас сейчас будет драка Шат БКБ и ГДС. Говорит, Юр, все для тебя. Моря и океаны нападают на Безема, забирает его. Заяц, ГДС работает, у Шада вперед идет. Юраги мультишотом. Лови Рора 33-го. Он так нагло пошел вперед, слушайте. Да, он так нагло заходит, нужна помощь какая-то. Юраги дедшот, он нажал телепорт. И в ту же секунду, миллисекунду, залетает в него дедшот. Вообще, вся команда Нави рассыпается второй раз подряд. Это будет тимвайп. Вообще в ноль. Вообще в нулину просто. Их тундра срезает. Обалдеть. 10 тысяч. И как так? Потому что мне казалось, девочка, что... может быть, там близнецы будут. По радости будут тебе. Реально полные штаны. Заяц, шат, ГДС, заяц, бежать, дедшот. И зайца забирают. Непредсказуемое. Сейчас что происходит? Забирает Рошика. Эти две стороны им ломают. Как-то неравноценно, если честно. Как-то совсем неравноценно. Две стороны Рошана. Ну. Ну хз, хз. Будто бы у тундры, знаешь, вот было изначально 18 тысяч преимущества. Земр. Легендары. Легендарный выход Безема. Что же они делают, Нави? Что с вами происходит на этой карте? Вы что, Нави? Может быть, они не проснулись, не знаю. Минус 2. Оформляется от тундры. Это Вортекс, тебя прыгает шторм. Свенчики есть. Инстаном. Денька неплохо. Безем опять поставляется, позволяет себя убить. Нажимается на него Вортекс. Безема забирают. Убили. Медван смог подать, сразу крепошон подает на бума именно. Ну и близко шат, ГДС, на, щелк, два, бум успеет и сноубол нажимает на него заяц. Давай, Black Hole, ой, ну там плюшки от шада невероятные. Вперед, 33-й, Рор активирует, умирает Юраги, бьют Безема, Безема таверну, пей туда же, GG, друзья. Ну что тут можно сказать? Очень странная игра, очень странная, очень непредсказуемая. И в моментах она прям была кринжовая. Фото парни взять себе мидера. Фото у вас должен здесь появиться. Тиника забирает. Вот такой. Не, ну надежный мидер, надежный. Да, но если Безем будет так же влетать, как он влетал на прошлой карте на своей земле. Вар, шарды. Сейчас будет драка. Сейчас будет драка, друзья. Да, Нави против команды Тундра на нулевой. Пошла мясорубка Заяц. У нас первый претендент, то, чтобы ФБ отдать, и отдает ФБ на 1-0. Вот ты. Потом поймешь по бензину, почему не устраивает. Заяц понимают. Зайчик краснеет, плюются в него. Заяц пытается уйти. И Заяц, скорее всего, уйдет, но в таверну. Да, друзья, 0-2 у Зайца. Шады где-то 8-9, наверное, будет по городу. Здесь у нас нападает на Шада. Шада сейчас скушают. Шад. Или не скушают. Ну, вообще, тоже до конца, конечно, пытается идти. Но там приходит Сакса, и Шад активирует Лотус. И до конца пупеха на мужика, на характере. Сай, не получается его добить. У Тундры, да, у Тундры Сай киряют. Ну, сегодня его нету. На турнире его нет, в принципе. Бума накрывает. Тундра будет делать четвертое убийство. Или не будет? Будет. 4-0, друзья. За Тундрой. Все в порядке. Там у нас что? Там врыв на Безема. Безема закрывает шарды. Отлично. Безем в таверну. Скушали, скушали Беземчика здесь. На Зайца выходят. Мидван. Он почти без маны остался. Стиков, друзья, у него нету. На Вортекс маны у него нету. Да и Вортекс, в принципе, тоже не вкачим. Поэтому зачем ему эта мана и нужна, да? Заяц шарды закрывает. Хорошо. Оставить пару ударочек по нему сделать. Но делает удар лотки 33 и уже 6-0. По всей видимости, Нави вот реально поплыли. Так, шат. Шат. Шарды. Да, есть проты, друзья. Шат развернулся. Понимая, что уже умрет, сражается до последнего. И правильно делал. Потому что уйти уже невозможно. Нужно давать свой импакт. Было... Что с мудростью кто поднял? Поднял ее заяц. Это у вас экономичное ведро, у нас дорогое будет оно. Купей. Здесь Безем живет. Безем, есть флеймбрейк, сноубол, Безема накрывает. Это будет минус Безем.
Скорее всего, Безема убили White Moon, бьет по пехе, по пей, скейтер бласт, и это минус White Moon. Но Бея скушает, появляются фамильяры у нас, Palm Midvan сбоку, прилетают Юраги, и смотрите, Нави включились в игру, наконец-таки Нави проснулись, уже все отыграли, но вот, хорошо. Midvan улетает, Midvan пошел на Бума, Бума поймали. Бум, раз, койл, два, койл, минус, есть, 33-й. А здесь за ним погоня, Сноубол, White Moon, но White Moon в итоге здесь недосягаем, становится для Нави, Заяц с прицельщиком проблемки, но его час за этот прицел косой его наказывают нас на Тундра. БК, давай треки накидывай, вот это другое дело, с треками сейчас дела получше, у них пойдут, BZM, сможешь ли уйти? Нет, не сможет он уйти. Ну, Опель, ну хз, а чё проблемно-то? Опель, как любой немец, просто там тяжеловато его чинить. Ну, подлезть неудобно. Бум. Бум минус. Так а почему только немец? Вот, недавно, короче, у меня друг не ездит на нем на Опель, да, пишет Назар? Может, просто неудачно подобрал, выбрал себе. Бывает такое же. 33-й, Мартира, Тос. 33-й выживает. 33-й в таверну направляется. Минус 33-й. Midvan, регенерация. Аксакса, есть гречка, BZM нажимается лосо. Саксу нашли, Саксу, скорее всего, убьют. Да, есть думп Midvan, но он находится в безопасной позиции. Шат активирует реквием. Ну и пока прогоняет от Midvan всех противников. Так что можно Midvan будет вернуться, но там меньше, чем по хп, но все равно. Посмотрим, вернется ли он. Шат сильно покраснел. Пайп нажимает, Шаду нужно пытаться жить, не получается. Прыгает Midvan, убивает бумом Пупей. Фокус начинается, минус Пупей будет. Юраги пытается бить, но как-то урончика пока ему не сильно хватает. Тени, гречка, тот Midvan на пару дальше остается, забирает Midvan, переоценил свои возможности. Минус BZM в ответ, 33-й, печенька от Зайца, хороший вперед, приходит Сакса. Минус Заяц, трек дать можно по Юраги, и сейчас будет с ним попроще справиться. И дистанционно, бесконтактно нужно его добивать, чем добить не хватает. Не хватает, репорт сбить нечем было. Так, а тут что? На Зайца. Заяц, но в таверну. Заяц. Тут пеху накрывает. Сноубол. Активируется. Папе. Сноубол. Варлас панч. Пупей, добей. Плюются в него. И Пупея скушали. Рамзик пиво пьет. Рамзик вчера объявил о том, что... ну, Лигатин объявил о том, что Рамзес стал свободным агентом. А Пупея принимают. В итоге гречка бросается. Есть лосо, Глейтнер, Юраги, Сакса. Активируется пайпа, Варлас панч. И Безиема у нас сейчас кушает. Безиема в таверну. Минус Безиема. Ну и вперед. Тут 33-й бежит. Вот. Нет, ладно, ты, Дэдэман, ты с нами часто смотришь доту. А здесь поймали Бума. Бума принимает, Бум в таверну. Заяц тормознули, минус Заяц. Миг активируется, и Зайца тоже забирают. Ну, вообще, настолько легко Тундре все дается. Нави, что вообще сегодня никакие. Я не знаю, что с ними. Так, а там что? Вортекс, папе поймали. Попей в таверну, минус Попей. Юраги залетел в спину, но что-то как-то не страшен он вообще. Зайца будет сбить Мартиру, вот Земечка получается неплохая, у них комба, шат. С мумом своим пытается ластириться, и... А, нет! Бум! Земля горит, и шат догорает, но с другой стороны, какая разница, если все равно... Вся команда Нави сейчас рассыпается. Остается последний BZM, нажимает гречку, вроде пока он спасается. У Midvan'а маны мало, но тут он еще далеко. Падает вышка. У этого два падает вышка. Это я на будущее забегаю. Рошик падает у нас. И два я хотел мне это сказать. Бума. Поймали. Шо? Так, бум. Повезло, повезло. Midvan. Настолько его не уважает, что он Vortex нажимает на крипа, потому что бум ему не интересен. Крип интересен. Ой, в общем, можно. 18 тысяч, там 9. Это невероятно. Так, врыв. Вортекс, поймали зайчика. Зайчик печеньку нажимает, пытается уйти, находит в шардах. Койл, до свидания, заяц. Ну и дальше-то что? А дальше они пытаются бэкдор пробить. Крипы, друзья, идут, если что. Мартир от зайца полетела. Там есть тайпа, которая питает 4 урона этого магического. Но кончается Мартира. Развлекает впереди White Moon. Умирает BZM. BZM в таверну. Урона много очень у Тундры есть. Плюется у нас 33-й. White Moon выживет ли? Тос не выживает. Пупей. Тос получает вперед. Лосу нажимается, но в ответ Вортекс. Это минус Пупей. Минус легендарный
Капитан, друзья, ну что ж, пока что Нави пытается сражаться. Что у них по байбекам? По байбекам там только один бай у Дума присутствует, и все. Тост, вторая волна драки пошла у нас. БЗМ в таверну, пока не хватает урона Нави, минус Заяц. Минус Бум, минус Юраги, но, в общем, конечно, GG, но 30-30, это невероятно. 20 тысяч у него, 15-3-18, монстр. В два раза больше, чем у его визави по позиции.